большой поход у нас. Не знаем пока, куда идти, да? То ли на гору, то ли на чертово озеро, то ли просто в шахтер на Пашино озеро. А почему на Пашино? Ну, он называется Пашино или Пашиное. Короче, первый день у нас пешеходный будет. Завтра посмотрим по погоде. Все, ворвались мы на территорию шахтера обходными путями. Кого? Воду. Я попробовал уже. Воду всегда можно трогать. Не надо спрашивать. Вода прозрачная, не мутная, как в купальный сезон. Ага, не как в парке. У нас. Yeah. Жаль, ничего поесть и нельзя дать. У нас есть кукуруза. Наверное, им не надо такое, она сладкая. Да. А что, ты взял с собой кукурузу? Вообще-то, я не помню, что это. Нашли детскую площадку Алиного детства. Да, что-то затемнилось все. Ну что, вот мы и забрались на пионерку. Только пионерка там осталась, а мы на чуть более высокую гору промахнулись. Этим соседям яблоко кинуло. Да. Ну, наверное, не поймали. Олесь. Там, например, в Африке. Уж, уж. Куда он спрятался? Капец, она замаскировалась. Даже не заметила. Я тоже замаскирована, я камень. Утро. Или день следующего дня. Поехали мы наконец, собрались на велопрогулку. Хотим поехать в Комиссаровку. Что, Олеся? Просто по этой дороге, да. Вот это виды. О, сейчас мы в лесок заедем. Ну что, поехали мы в сторону Комиссаровки. Везде болото. Дорога вот такая вот, не очень проглядываемая. Ну, местами прям вода, грязь стоит. Все, велики таскать, девчонки замучились вон. Поэтому идем назад на большую дорогу. Пойдем домой. Там погуляем, походим. Где-нибудь, да? Каковы ваши ощущения, Олеся Денисовна? Ужасно. Тяжело, да? Аня у нас там свой блог снимает. А каковы ваши ощущения от поездки? Ну, пожалела, что мы зашли в какие-то кусты, зашли в болото, я получила себя с ноги, и, наверное, не тут видно. Ну, понятно. Что красивый вид, поля, и все. Ну, еще сняла для себя, да, немножко? Несколько красивых фотографий. Да. Ну, хоть не зря. А еще вон та черная туча мимо нас прошла, повезло нам.
Да, это немножко. Ну что, идем мы в очередной поход сегодня. На этот раз. Куда? На этот раз на чертовое. На мертвое, на чертово. На чертово озеро, короче. Что такое название трудное? Ну, ничего, оно не трудное. Ну, не трудное, но какое-то. Ну, по-другому называется еще Шайтан-Коль. Звучит. Да, по-казахски так и переводится. Шайтан-Коль. Ой, опять эти цветочки, которые нельзя нюхать. Дайте. Да, вот написано, чертово озеро. Туда идти. Там уже тропинки нету. А вот тропинка. Тропинка есть. Тут еще бывает, идешь, люди так, знаешь, стрелочки рисуют. Или на деревьях какие-то пометки делают. Заблудиться. Да, чтобы заблудиться. Туда, да, на ту сторону. Потихонечку переходи. Развалины древнего замка. Покажем твои раны. Леська у нас там немножко упала на камни, поцарапалась у нее коленки ободранные. Ну, в целом, дети устали, поэтому пойдем назад, прогуляемся там еще по лесу где-нибудь. Уже на само чертово озеро мы не пойдем, как-нибудь в другой раз. Но вот здесь вот написано, половина пути. Половину пути мы все-таки преодолели. Замучил детей. Какие-то красные-красные жуки. Такие же, как они. Вон и что. Угу. На одну оливку походит. Угу. Олеся местного кота шашлыком кормит. Ну ты положи, он с рук не ест же. А так ест. Ну еще бы, да? Шашлычок-то не покушать. Угу. Да? На коптере полетали. Аню через окно засняли. Угу. Люди к нам подошли и поинтересовались. Почему тут? Ну там это, сучок был. Угу. Это здесь вечер пришло. Второго дня. Скоро будет закат. Сейчас будем смотреть на него. Да, угу. Олеся? Да. Сок попьем, чай сейчас себе поставлю. Кота тут с нами. Угу, его что-то сухо. Вот здесь какой-то. Ну, это деревенский кот. Нормально. Такой, да, кошка. Его все кормят, мне кажется. Да, у него там молоко стоит. Может, тебе кружку принести? Да нет. В старом парке тает снег, и
детство кончится когда-то, ведь оно не навсегда. Станут взрослыми ребята, разлетятся кто куда. А пока мы только дети, нам расти еще расти. Только небо, только ветер, только радость впереди. Только небо, только ветер, только радость впереди. Я тебя снимаю. Ну давай, давай. Свали отсюда! Уйди! Ладно. Как-то вот так делать, а как-то по-другому. Ну, сейчас разберемся. У нас тут пошел сильнейший ливень. Вот в шоке. Вот в шоке, да. Ничего не видно, но, надеюсь, слышно. Ну что, вот и закончились наши выходные. Едем домой. Грибов много мы не собрали. Собрали, но много комаров, убежали мы из леса. Жаль, да, грибов вообще много, но червивые все. Вроде не старые. Да, там выше, наверное. Да, чуть-чуть в горы залезть. Тут много собирают. Тут даже смысла нет.